Chosen one. Это уже пугает. Давай я так совместная история. Меня вот. Да-да-да, сейчас выиграть. Окей, так, пригласить в игру. Пригласил. Поделитесь ссылкой с кем угодно, чтобы к вашей игре можно было присоединиться с помощью Remote Play Together. Окей, мазафака. Так, Thank you very much, my friend. Where is my long beach? Да, ты присед... О, новый... О, я это... Да, новая игра. Начать за Джефф или за Мари? А, давай за Джефф. Я начинаю. Я готов. Остается только ты. Не знаю, даже ты готов, наверх. И я тоже дождал. И загружается. Все. 2-1. Вы как с тобой это, знаешь, информационные ученые. Все починим. Я тоже на мышке. Я занервничал сначала, но типа, ну ладно. Эй. Котл. То есть я выберу ворона, и она будет моей последствия. О, видишь? Последствия. Да, отлично. Другие же. О, последствия. Кто-то поскользнется, а мне такое, и все. Колесо выбирайте 80 с умом. Метров высотой, ой, Джефф, у меня с мозгами проблема. Ну, я пытаюсь. С него, наверное, вид на сотни километров. Мы должны на нем прокатиться. О, зашибись. Если тебя это порадует. А меня радуешь ты. Выходит, ты от меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устану. Ловлю на слове, дорогая. А я не знаю за кого. Я за Джеффа, а ты за женщину? Кажется, пришли. И мы с тобой поженимся, да, потом? В конце фильма. Вот отлично. Так о, да смотреть. Тут чудесно! Как в рекламе. Офигенно! А, точно, боже, озвучивает. Вы как типа я этот и этот. Ну, пойдем? Ну, пойдем, пошалим. Ой, ручка для рисования. Сейчас буду рисовать. Сейчас дворецкий подойдет, что ты разрисовал мою тетрадку. Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку. Так что залезай в кассу и забирай деньги. Еще раз? Я еще хочу понажимать. Давай, нажимай еще. Ты же я. Опа, скелет в шкафу. Оптимизм или беспокойство? Уйми обсуждать. Так, давай оптимизм. На выставке мы увидим будущее человечества. Но мне важно другое будущее. Наше. Даже жаль, что я не могу выйти за тебя замуж снова. Ты принимаешь... Поскорей бы взять ключи и остаться с тобой вдвоем.
вот как. Раз не спешат, значит, хотят, чтобы все было идеально. Вот моя Мари. Во всем видит что-то хорошее. Да. Я приношу извинения. Кирки, за то, за это. Что напугал и заставил ждать. Надо было кое-что уладить. Лишь бы на шее народа сидеть. А шляпу обещаю, снять, что отныне вас ждет только хорошее. Я рад, конечно, что вы выбрали наш отель. Вы же усы, значит, будет всегда врать. Распишитесь. Впервые в Чикаго? Нет. Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. Вы правы, да. Но это не все. Сегодняшний день вот для нас особенный. А, молодожены. Это же просто замечательно. Почему ты так волнуешься? Да, сегодня начался наш медовый месяц. А ты будешь... Мои поздравления. А он будет присматривать через дырочку. В таком случае нужна комната получше. Номер для новобрачных. Так что, Родион, доставай скотч, будем все закрывать, и дырки. Он намного дороже. Отверстия. Не тревожьтесь. Доплачивать ничего не нужно. Это подарок отеля. Вы у нас первые молодожены. О, как это мило. Спасибо, мистер... Холмс. Генри Говард Холмс. У вас прекрасный отель, Холмс, мистер Холмс. Джеймс Бонд. О, благодарю. Я сам его спроектировал. Так вы архитектор? Архитектор, конструктор, строитель, врач. Какой ты врач? Ты не врач. У меня много разных интересов. Впечатляет. Он обманывает, невозможно все профессии выучить. Мы продаем разные мелочи и сувениры. Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. А ты спросил, надеюсь, у нас деньги. Спасибо, мистер Холмс. Вы очень добры. Все для наших гостей. Мы же молодожены, откуда у нас столько денег? Тихо, это наш секрет. Пошел такой, подозрительный. Вау, я говорю подозрительный. Он за тобой подглядывает. Он тебе изнасиловать хочет. Так, что это такое? Так, что из вещей я забыла? Не-а, я выбираю тебе либо медальон подарить, либо часы. Тебе часы не помешают. Будем хоть время знать, когда попадем в беду. Курс изменен. Моральные принципы обновляются при важных сюжетных развитиях. А ты выбор как-нибудь делал? Ой, простите, мисс. Осторожно. Знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин. Ха, какой славный парень. И как дела в браке? Спасибо, не жалуюсь. Пойдем наверх. Наверняка все готово. Ты что-нибудь присмотрел симпатичное на прилавке? В твоем вкусе? Все тебе скажи. А-оу. Замочек страха. Подписи, ручка. Волц, Фе, Отал. Страх отеля? Фе, даже страх вроде как было. Интересно, а что там? Приват. Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения, тайная комната. Мы что, ищем приключений? Возможно. А с ноги, фактически.
Здесь просто идет ремонт. Чужой отель. Вот тебе зашли и приключения. На колесе мы все равно прокатимся. Я знаю и смирился. Стой. Что это? Тихо. Ага, нажмите так пульсу, кнопка может измениться из... О-о-о-о, я понял. Простите. Я не успел ничего сделать. Заблудились? Мы свернули не туда. Комнату ремонтируют, здесь опасно. Конечно, мы... Вы, видно, пропустили знак на двери. Видимо. Очень жаль. Мы же не хотим, чтобы вы провалились сквозь пол и разбили голову, правда? Нет. Слушайте, нам очень жаль. Ничего. Я только волнуюсь за вас. Лишь бы вы были целы. Че ты кто пристал? Уйди, уйди, крышка. Прошу, располагайтесь. Это номер для вас. Большое спасибо, мистер Холмс. Устраивайтесь пока. Если позволите, меня ждет работа. Мы с вами еще непременно увидимся. В подвале, увидимся. Да, эксперименты свои жуткие. А, еще даже хуже. Вот, а точно продаст. Это номер достойный короля. Это как мы с тобой в Турции в отеле. Хитрец. Вот тебе. Жены да, так да, себя не ведут. Похоже, да? Эй! В яблочко! Это война. А я... А, левой мышей. Зачем? У меня второй шанс. Кто быстрее? Блин! А, ты можешь успеть реакцию, да, типа? Ай! Победа! Я неправильно кнопку нажал. Открыть дополнительный материал. А я должен был нажать за колесо или как? Так, плюс 18. Замазать. Хочу тебе кое-что показать. А, будет? Ничего себе. Я купил их внизу. Всего за полцены продавались. А, да. Очень красивые. Мне подходит? Угу. О, как... хорошо тебе. Ты прими пока ванну, а я попробую побриться. Ладно. Да-да-да, вот она. Вебка. Сейчас такой зайдет. Можно к вам присоединиться? Блин, я часы выбуду, ну, пригодятся где-нибудь. Будем хоть время знать. Заклинило. Может, толкнуть посильней? Я тоже нажимаю. Давай. Приложи усилия, Дион. Сезам, откройся! Спасибо. Ты побрейся, а я быстренько приму ванну. И потом устроим рандеву. Я знаю это слово. Что-то неприличное на французском. Кыш, брейся. По-моему, я забыл взять бритву и набор. Их наверняка продают внизу. Не задерживайся там.
Не волнуйся. Так, я могу ходить. Я обрел свободу. А ты чем занимаешься? Ловушки. Ты ванну принимаешь? Ты себя видишь? Чёрт, надо... А, ясно. Так, начинаем разведку по отелю. Как мы с тобой разведку в то время. В далеком-далеком прошлом. О, не успел! Это ты, милый? Джефф? О, ты решил поиграть Марии, в другую игру? Отсюда, найдите Марии. Марии надо валить отсюда. Тут маньяк. Кто это тут подглядывает? Это ты, смерть, ёпта. Где ты? Что вы себе где позволяете, ты, мистер? Я сломаю эту... Холмс? Ну, что вы здесь делаете? Четко, а какой Джефф? Номер был? Я забыл. Я боюсь, он вас этот... не услышит. Да не тот дверь, отстанет эту дверь. Нет! Не трогай меня! Мари! Но я не закончил. Я иду! Я... Нет! Не дергайся. Да ломать ноги, ты же солдат. Так будет только больнее. Неужели раньше люди такие хрупкие были? Ты лишь оттягиваешь неизбежное. Что? Что вы? А ты живой? Что вы сделали? Успокойтесь, сэр. Ваша жена немного поранилась. Это что? Все в порядке, сэр? Нет. Так, сопротивляться и не брошу свою любимую. На! На! Мари! Нет! Все, я спас тебя, Родион, держись! Я скорую вызову. Где айфоны? Мари! Отстань! Тише. Все кончено. И больше выбора, да, и интереснее получается. Ну да, да, да. Фух. Я так за тебя волновался, а тут сам... и не зря. Порядок во всем? За двоих. И все в порядке. Да, ты погляди. О, какая красота. Для тебя все лучшее. Мама умрет на месте, такая... Послушайте, роскошь. Мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте. Приветствую гостей нашего отеля. Скипаешь, да? А как скипать? А-а. Придется послушать музычку. Джесси Бекли.
О, продолжить? Ты что, что ты сделал? А, видишь, время. А, паузу можно сделать, что это удобно. Я маньяк, иду по ковру. Да, естественно, это же вообще сюжетная игра. Ну да, еще немного. Один. 20 минут это как раз один сериал. Да. Это представляешь, такую игру сделать под аниме тоже вдвоем и сюжетную такую сделать. Это было бы очень круто. Если такую игру выпустить, я сразу буду звать. Торрент, The Quarter. А как скипать? Я же не умею кипать. Кушай. Или пей чай. Хемис, Дэйв Оторо. Yes, of course. Все закончилось. О, дядька какой-то. Сегодня в программе новый детектив. О, это вы. Долго пришлось ждать? С возвращением. Приятно видеть знакомое лицо. В прошлый раз все погибли. I wonder if you were even trying. Я рад вашей компании. Слишком долго я был один. Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй. И какой прок от историй, если некому их пережить? Это история о творческих личностях и о том, на что они способны пойти ради искусства. Оно способно вызвать разные чувства. Восторг, вдохновение, страсть. Да. А еще сомнения. Страх. Ужас. Ваши чувства и ваши поступки повлияют на историю. Время от времени вам будут попадаться схемы. Они показывают возможные итоги ваших решений. Порой самые незначительные действия приводят к весьма мрачному исходу. Результат вы ощутите в полной мере. Я не вмешиваюсь. Это нарушает правила. Это, я типа, могу лишь наблюдать игру, и фиксировать, да? Все ключевые события. О, полюбуйтесь-ка. Такая древность. Она называется обол. Их клали в рот недавно усопшим в качестве платы. Собирайте их. Порой они лежат в странных местах. Я с радостью выменяю ваши находки. Поверьте, вы не пожалеете. Что ж, приступим. Игра началась. Я буду наблюдать. Давайте. Ладно. Да. Родион, трэш. А трэш мой нож. Меня зовут Кейт Уайлер. О, современный мир. Ничего себе. Я веду журналистские расследования и борюсь за правду. Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго.
Типа ну, бла-бла-бла, да? Даже когда ты просто говоришь как есть, люди считают тебя стервой. Но это не так. Да, я не идеальна, как и все, но... Я стараюсь и... Так, я Марк, я изучал фотографии в университете. Мне очень понравилось, и фотографии? Теперь я хочу заняться какие и... фотографии? Ну, да, это типа профессия. Типа профессия, ты понял, да, Родион? Я много лет занимаюсь светом. Вижу проблему, освещаю. Болтать особо не с кем, и главное, что тут скажешь? Надоело быть одной. Простите, надо начать с профессии или с личной информации? Просто, ну, у кого потом будет доступ? Не люблю говорить о себе. Так, я Чарли Лоннет, родился в Англии, но тут уже лет 20. Прошлый проект шел по плану, мы хотели... Задумка была, по-моему, просто все по плану, да? В итоге вышло не так, как я надеялся. Получилось говно, если честно. Да, сзади такой. Мы услышали достаточно. Разве? Я ведь едва начал, ваша честь. Вы не понимаете. С рождения во мне живет дьявол. Я мог противиться желанию убить, не более чем поэт может сопротивляться вдохновению. Выройте яму поглубже. И лучше доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надежнее, чем кого-либо другого, а потом добавьте еще бетона сверху. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. 7 мая 1896. Герман Маджет, он же Генри Г. Холмс, был повешен. Во время казни шея сломалась не сразу. Согласно записям, он медленно задыхался более 15 минут, пока, наконец, не испустил дух. Первый серийный убийца Америки признал 27 смертей. Но по мере того, как следователи изучали улики, обнаруженные ими в разных городах, число возможных жертв росло. Почти 200 человек. Первый серийный убийца Америки и, пожалуй, самый жуткий. Его гроб залили бетоном, как он и хотел. Надеялся ли он скрыться от Божьего суда? Или правда хотел помешать дьяволу выбраться наружу и снова убивать? Ну? Как вам? Это полнейшее. Да-да-да, все согласны. Если честно, Чарли, это какое-то... Погоди. Не дали договориться. Лоннет Энтертеймент. Это Чарльз Лоннет? Слушаю. Можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет. Чем могу помочь, мистер Дюмет? Вообще-то это я могу помочь вам. Это я могу вам помочь. Я признателен, мистер Дюмет. Это звучит прекрасно, но... Я не хочу грубить, но в чем подвох? Его нет. Деньги для меня не главное. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня. Я пришлю машину после обеда, в 4. Ждите. После обеда? На съемке нужно дня 2. Дергать команду на выходных – гиблое дело. Они ребята с характером. А без них у нас с вами ничего не получится. Мы... Я вам все объяснил. Не тратьте мое время. Так присылать машину или нет? Да, конечно. Мы за. Я приведу. Обещаю. Все будет. Ой. Да-да-да, продолжи, нажми. Это мое любопытство, это мое дурацкое любопытство. Ц, что за курсы? Это просто читать.
Вы от мистера Дюмета? Мы... Ага. Грузимся, народ. Да, я. Не надо. А я думаю, людей. Прости. Ага. Ладно. Это просто лампа, которая тебя украшает. Можем не брать. Хочешь? Ладно. Все будет отлично, но правда. Авантюра. Веселье. Какое ничего. Веселье. Ура. Экстремальное. Ю-ху. Вау. Будет супер. О, поехали. А, кстати, куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете, что напоминает? Не начинай. Топику. Именно. Я без гроша в кармане, телефон сдох, и мы застряли в сраной Топике. Я ни при чем. Да только ты и при чем. Правда, потому что головой думать надо. Так, ладно, Чарли, что мы знаем об этом парне? Богатый, затворник, одержим Гэга Холмсом. Явно в здравом уме. Мы едем в дом, который он унаследовал от родственника. Вот тот был одержим Холмсом. Часть комнат полностью копирует замок убийств. У Дюмета есть чертежи, документы, артефакты. Я же сказал, это спасет шоу. И я не преувеличиваю. И это точно не вранье? Просто поверь мне. Слепая вера, вот к чему. Простите за секретность, но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить здесь свои телефоны. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, способной раскрыть сведения о моих личных делах или привычках. Это мои условия. Все видеоматериалы сначала да, должны да, быть одобрены. Да, да, это специально. Я требую конфиденциальности. Я настаиваю. Что ж, он тут хозяин. Для нас это большая удача. Он мог просить денег, но не стал. Так что мобильники — это фигня. Ладно. Ради шоу. Так я это типа... Обещаю, вы без не телефона пожалеете. Жить не можете. Прям я фиг отдам. Все? Приехали. Пятизвездочный отель едем. О, опять наблюдают. Так, ребята, у меня есть предложение. Садимся если в машину и едем обратно. Богатый, где прислуга? Он нам поможет? Ага, ясно. Не проблема. Спасибо, друг. Не напрягайся. Козёл. Козёл. Так, кого мне выбрать? Из четверых. Ладненько. Что теперь? Хорошо бы начать снимать озеро и общий план. Ага, только не в таком тумане. Вон, сверху вид будет лучше. Там, правда, повыше. Но вид отличный, сможем поверх тумана снять. Чарли, ты же сам еще на полпути выдохнешься. Да я в отличной форме. Марк, это полный бред. Да ладно. Идем, Чарли. Осторожно там. Ну, удачи. Идем. Так, я знаю... Я это в зеленом куртке. Я это... Я не хочу быть пенсионером. Так, я же... А ну-ка, стой! Ах, старичок, бежи! Ай-ай-ай, из каких тебя... Вот это? Вот это? А, так, я понял. Так, пустые, да пойдем. Сколько можно? Так, а ты кто у нас? Лёсиком.
Да, пойдем. Ничего, я пока дослажу. Подожди. Вот так. Чего мы тут стоим? А, смотри, типа нет, говорю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Приключения. Ой. О, прости меня, радикулит. Ой, спину, ты сейчас мою спину сломаешь. А, все. Диски себе порвал. О, тебе локоть подтянул. Ну, пошли дальше. Сейчас я тебе обезболивающий выпью и пойдем. Эй, народ, вы где? Идем. Амана, нас выкинули какой-то заброшенный замок. Это как раз Resident Evil, кстати, по атмосфере похоже. Молодой, еще ничего не понимает. Вау, тихо, это страшно. Его издалека должно быть слышно. Да, в теории я это знаю. Так, предупреждение. Сделайте несколько кадров в вышине маяка, осмотрите скалы и пройдите долгий путь. Осмотрите. Жизнь за хороший кадр? Не вижу ничего опасного. А знак, что можно упасть в океан? По-моему, довольно опасно. Да ну брось, им просто положено что-то такое писать. Фоткай. Ерунда это. А я не согласен. Слушай, Марк, я... О, это ты? Да ничего. Нужно продолжить. А, черт, ты же нажимал. Меня подставили. Хотел сказать, спасибо за поддержку. Какую? Что, за эти съемки? Да за все сразу. А то кое с кем бывает трудно. Иногда. Джейми и Кейт ни за что бы не согласились без тебя поехать. Я подумал, последний эпизод был говно, так что надо работать. Ясно. Ну да. Типа того. I'm waiting for you. Ладно, насладимся природой. Ох, последние дни на... Смотри, сейчас будет спортом заниматься. Хоп. Потом повернуться. Хова. Потом хова. Старик, если можешь, что? Все, скинули по калории, теперь можем продолжить путь. Да, такие слабенькие. Ничего удивительного, что маньяк именно нас выбрал. Ладно, придется принять игру. Туда? Хотя я чувствую, будет чистый поигрыш. Так, ладно, что там написано? Если честно, мне просто хотелось побыть здесь, вдалеке от остального мира, чтобы In memory, слегка сбавить темп, old... привести мысли в память жертвы страшного сбавить шторма темп? 1 мая 1907 года. Да в этот день погибло 187 членов экипажа и пассажиров парохода Кассиопея, разбившего скалы внизу. И смотри так. Прости, я люблю девушек. Не обижайся. Так, полезно дальше. Как много их погибло. Почитал, да, такой? Сразу грамотный дашь.
О, какая красивая игра. Последние наши фотографии. Сюда? Ага. Да-да-да. Да-да. Да. Ёпрасоте. Камеру в эту сторону передвину. Блин, блин, блин. Ладно, я камеру в эту сторону передвину. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ладно. Ой-ой-ой. Ладно. Окей. Надо продолжить. О, моя жизнь, я снова возвращаюсь. О, так, прыгнуть. Я вернулся. Кстати, у тебя там... да, открывай. А, нет. Чёрт, по-европейски не получится. Так что вперед. Так, зажигалка. Угу. У тебя есть зажигалка, а у меня есть вспышка. Так. Кстати, когда закончим, я съезжу на пару недель к родным. А как же монтаж? Мне нужно твое внимание к деталям. У меня сейчас и так куча проблем, Чарли. А, да, ладно, поезжай. Возьми пару недель. Пробел. Спасибо. С монтажом я справлюсь. А Д, чтобы сделай, двигаться. Как я. Возьми отпуск. Тебе есть кого навестить? Ну, так. Никакой миссис Лонет не завалялась случайно нигде? Женат на работе. Так. Женат на работе? И как идут дела в браке? Если сравнить с реальным браком, весьма неплохо. Женат на работе. Нажмите пробел, чтобы идти. Окей. Пробел. Ну давай, старичок, ты можешь. Чего? Балансировать. Да. Почувствуй силу и баланс. Да-да-да. Кстати, мы нормально прошли по балке и не боимся высоты, кстати. Ага. Я вижу. Так. Мы уже готовы к смерти. О, кстати, надо... сейчас, минутку. Так. Так. Ура. Он так и думает. Так, да, я фоткаю, если что. Да-да. Фоткай. Да-да, иди. Пробел. Пробел. Надеюсь, мы много не завтракали. Сейчас так застрянем. Что это? Я этого никак не ожидал. Я специально молчал. А ты где, кстати? Уебать! Сука! Ебать! Гандон! Я! Второй раз попадаю в это говно это! Я вообще не был готов! Я! Сука! Ебаный скример! Потому что ты не ожидаешь, знаешь, как это. Знаешь, что вообще монстр будет? Тебе не страшно, да, как бы? А когда-то тихо, спокойненько. Ничего не предотвращает беды.
Поехали домой. Давай. Да. Я тоже. Просто смотрю на свет в тумане. И как это впишется в шоу? Да я так. Пошли. А, кстати. Фотограф. Это просто так не выключить. Блин, на себе ты взял самую черную работу, а я просто хожу. Работай за деньги. Ты уверен? Скейт, вы как-то не очень удачно пересеклись. Мы решили сейчас не трогать эту тему. Ладно, работу. Главное, чтобы работать не мешал. Как-то двусмысленно ты сказал черную работу. За такое меня забанят в Ютубе. Посмотри на шоколад мой. Видишь, я за кого играю я? Да. И я тебе плачу всего $2 в месяц. Вообще унизительно. Так саперто. Ага, заперто. Через окно. Ну, конечно. А я? Ну, конечно. А, я думаю, все, я старый, не могу залезть. Так, посмотреть. Так, зажигалка. Я включу зажигалку, да, ключ? Ага. Так, это что у нас? Та-та-та-та-та. О, документ сейчас будет читать. Так, осмотреть, пошли. Пожалуйста, почитай. Read, please. Так. По-русски будет. Держитесь, ребята, это должна быть последняя неделя. Проверка сирены прошлой ночи прошла успешно. Автоматика работает. Сегодня мы проведем последние испытания, а затем сможем собираться. Несколько человек сообщили, что этот бездомный снова ошивается поблизости. Мы собираемся усилить охрану комплекса и провести последние проверки сегодня. И на всякий случай завтра нам не нужно, чтобы кто-то пострадал. В остальном все работали отлично. Так что продолжайте в том же духе, и к концу недели мы отправимся домой. Так, запомни, отшивается какой-то нищий. Ой, здрасте. Вы за мной присматривали? Забор покрасьте. Ах, вы читать умеете? Посчитай. Посчитай. Надо... Ага. О, тебе я тут почитаю. Ага. Списание. Давно его не обслуживали. А сигнал почему работает? Но туман-то никуда не делся. Теперь тут автоматика. Автомата. Свободно? Так, надо найти что-то подозрительное. Автомата! Автомата? Чё, ты не готов к такой тяжелой битве? Я с собой меч не взял. Я в плохой физическом форме. Я вспомнил это самое. Правда, я не девушка в юбочке короткой. Я, кстати, аниме видел несколько серий. Аниме! О, кстати. Аниме! Аллигатор Крисмас! Да. Согоку! Так, взять. Давай, подобрать. Повернуть. Видимо, век назад это было событием. Убрать. Закрыто. Ладно, найдем обход. А! Нет? Ну, надеюсь. Я знаю даже, куда идти надо. Давай, веди меня. Я устал, вот надо идти. Ну, конечно, ты используешь заклинание Вуду. Я это самое, я... Я тебе говорю, что я начало играл. Да-да-да. Ах, давай, пролезай. Ах, ой. О, красавчик какой. Да, спортсмены, блин. Сейчас будем ползти. Да. Смотри, как я в армии служил. Да, пробел я нажми. Да, пробел нажми. Поползли. Ну, пробел. Что не так с этой игрой? Пробел. А. Что я играю за пенсионера. ВС, ага, ВС, двигаться, окей.
мои годы я тоже так полз. Так что не переживай. Так, идем. Ага. А, сейчас я буду открывать. Так, Давай, старичок. Нельзя отступать. Еще раз. А, не получилось. Да. А, ну я нажимаю, кликаю. Во. Да что, мне же на пенсию пора, что ты хотел? Старый пердун. Эх, ах ты, блин. Здесь жалований не добавлю. Так, пойдем дальше. Будет не... О! Опа, ворон. Да, ворон за нами наблюдают, подъезд. Кстати. Так, Чарли может открыть ящик. Окей, ну давай, открывай. Взломщик херов. Не зря же так сколько из Токарима играл. Ага. Так, повернуть, рассмотреть. Ага. Я сейчас просто стою, смотрю, как ты это сам стоишь, смотришь. Ты в жопу засунул. Чтобы ты там не забрал. Монету эту. Да двигайся. Извини, если кажется, что я придираюсь. Да? Да, придираешься. Без тебя этого шоу бы не было. О! Это не так. Я, может, за рулем. В смысле? За рулем Лонит Интертеймент. У тебя же прав нету. Двигатель отвечаешь ты. Это не так устроено. Господи, вот и хвали вас после этого. Спасибо, Чарли. Я понял. Давай я взломаю. У меня типа эта отмычка есть. А, нет, тебе не этим надо. Ты что, отмычкой? Нет. Тебе не этим надо делать. Тебе надо вот это вот передвигать. А, давай передвинем. О! Ну ладно, давай тогда я. Правильно, правильно работает, за что плачу доллар в месяц. Давай. Залезай. Боже, что это? Подойди к укрытию и нажмите Q. Q. Ой! Извини, да, продолжить. Q. Ой. Удерживайся, бля. Q. Спрятались. Нет, стой. Прячься, Q. Да, ёба! Да, ёба! До полного... Я ничего не вижу. Какая встреча? Ладно, смысл же прятаться. Что это было? Привидение? А, он может заходить или как? Вот же лентяй. Давай ты. Он не хочет. Почему он не хочет? Осмотреть. О, кстати, смерть. Сейчас покажут мне смерть. Все, я зашел. Мне сейчас показали смерть. Будущую. Как мы можем умереть. Хорошо бы тут просто не сменить. И шторы повесить. И залить все санитайзером. Так, ой. Через щель слезай. Ку-ку. Подожди, так это мы смотрели уже. Так, где у меня вспышка? Вспышка. Давай, идем. Это пробел. Идем. Так. Пойдем, разведчик. Ой, коленки болят. Еще так дышит тяжело. Вот так.
Дыхание перехватывает. Да. Чарли, что-то мне это все не нравится. Это так, уже не плюс 18, это уже плюс 25. Любители защитников животных не смотреть. Так. Бедная. Это что за хренати? А я взял мертвый живот. Дернулась! Что? Та штука. Двигалась. Все, поставлю на место. Не хочу с этим связываться. Ой. А ты где? Я тут. А, тут там лестница есть. Да, я знаю. Наверное. Посмотреть. Блин. А, ну да. Мы сейчас наверх пойдем. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да, конечно. Ни о чем не волнуйся. Угу. Посмотри. Идеально. Точно. Снимай. Сделай панораму озера, пока остров не окажется в кадре. Потом укрупнение на маяк. О, это за нами. Идем. Пора назад. Прыгаем с парашюта. О! О! Да, салям алейкум! Да. А откуда он вообще узнал про наше шоу? Я как-то не спросил. Стрёмно. Так, ведем себя хорошо. Не материмся. Да, здравствуйте, мистер Лонит? Он сам. Я Грантем Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. Давай. Это Марк. Марк. Эрин, Джейми. Дамы. А это у нас Кейт. Рада знакомству, мистер Дюмет. Не терпится увидеть все, что вы для нас приготовили. Мы вам очень благодарны. Приятно познакомиться. Ну что же, отправляемся. Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Не стоит. Вы, кажется, говорили, что ваш двоюродный дед... Давайте сперва доберемся. Я все расскажу на месте. Да, конечно. Подозрительный дядя. Кстати. Поплыли. У меня что, конфеты закончились? А. А, еда сейчас закончится, скучно станет. Не, я вот это самое. Вот. Ой, какая улыбка давится. Смотри, такой, эх. Мечтает о долларе заработать. Да. Ну, уже назад пути нету. Остается только дом. Вперед, вперед, и сейчас. Да. О, кстати, только что прошел. Да, видел. Желтым. Плаще, желтый плащ. Пойдем к отелю. Держитесь рядом. Ага. Не расходитесь. Очень 26 прошу. Октября, запомни. Береговая линия острова. Нет. Ну что вы? Точно? Очень опасно. Вы как-то не уверены. Вам ничего не грозит. Да, просто да. Просто если что-то случится, до больницы добираться долго, так что осторожней. Здесь даже муха без спроса не пролетит. Боже. Сюда. О сумках не волнуйтесь, их принесут. Конечно, да-да. Принесут. Юмор. Юмор или раздражение? Или промолчать? Давай юмор. Сейчас вот прокашляю. Вдох и выдох, Чарльз. Постарайся не выкашлять свои легкие. Да-да-да. Справлюсь. Просто представь, что наверху тебя ждут сигареты. Ты прав. Он явно всерьез подошел к защите. Кого он так боится впустить? Или выпустить? О! Так, это я понимаю, да? А уточнение напряженность. Уточнение. Лучше спроси, кого он не хочет выпускать. Джейми. Это я так. Ужастиков насмотрелась.
Он просто любит быть один. Мы давно это знали. Давно? Это типа часа два. Просто иди. Марк, возьми камеру. Хочу тут записать вступление. Несколько кадров на подходе к дому. Весь путь не надо. Кейт пусть говорит на камеру, дальше я буду показывать. Меня не снимать. Да. Я не должен попасть в кадр. В YouTube. Вам понятно? Я очень закрытый человек. Конечно, мистер Дюме. Тактичность кредо Лонит Интертеймент. Да-да-да. Вступление делаем стандартное, Чарли? Ну да. Свет норм. Все готово. Эрин? Звук в норме. Ладно, тогда поехали. А лицо Кейт готово? Слышишь, всегда шикарно. Подколола. Ты что, пытаешься мне понравиться? Камера пошла. Звук. И... Let's go. Мотор. Я нахожусь на частном острове, где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи Генри Холмса. Сейчас я иду к дому. Супер, Кейт. Теперь повернись к дому. И медленно иди. Так, все, хватит. И снято. Нам правда пора идти. Он попал в кадр. Как скажете, мистер Дюме. Да, все, все. Сюда. А ты пока еще поснимай. Конечно. Им надо было знать, что скрытую камеру еще надеть. Ага. Ой, видишь, я тебе говорю, что там желтый чувак ходит. Да-да-да, я верю, я сам видел. Ага. Вообще стрим надо будет запустить с камеры. Мистер Дюме нас сильно ограничивает. Это точно. Посмотри тут пока все. Но тихонько. Он имеет право на секреты. Он странный. Я хочу узнать, что он скрывает. Чего ты от меня хочешь? Того, что ты сделала с копами в Глендейле. Серьезно? А что-то он сделал? Ой! Ах ты ж! Что с тобой? Ты чего? Споткнулась о своей землянка. Да. Надо отвезти ее в отель. А, не могу пошевелить. Джейми, побудь с ней. А чё я? Хотел сказать. Помочь. Помнишь, как в тот раз? В Глендейле. А что там было? Окей. Мы сейчас принесем вам лед и бинты. Актриса. Да, есть. Фальшивая актриса, ребята. Что происходит? Идем. Я потом объясню. Вспомнила актерские курсы? Да. Зачем это все? Территорию разведать. Ну а мы тут при чем? Я милая, а ты сумеешь хакнуть замки. Ну конечно. Да-да, я тебе говорю, что... О! Серьезно? Гангстеры все. Да-да, мои журналисты или спецагенты. Боже, за кого я играю? Yeah. Подожди, я играю за кого? Я за кого играю? Серьезно? Сегодня у меня шоколад! Сегодня... Серьезно, я играю за шоколад! Уже второй раз! Янь-янь, друг мой, ты зло, я добро! Эй, у меня есть вопрос. Можешь серьезно ответить? Давай, ёбаный насос! Не выставлять полной идиоткой. От тебя зависит. Ладно. Скажи правду. Шоу еще можно спасти? Нет. Нет. Как знать. Может, тут рай для журналистов, и мы найдем потрясный материал. Да-да. По-твоему, есть шанс? Нет. В лучшем случае снимем проходняк, но нас это не спасет. Класс. Так. Все, забирай монетку. Две монетки у нас теперь есть. Сейчас став собственность, не входить, окей. Не входить? Пошли. Там, где написано не входить, значит для меня написано входить. Куда ты? А, да я знаю. Я думаю, я не знаю, что ты законопослушная. Так. Ну хоть за девчонок играю. О! Уже как. Да, ну хотя бы за бабу. Да. Осторожно. Расстроенно говоришь. Да. Да дали вы мне... Да, я собственно... Так, минутку. Хотел сказать, что в следующем году GTA выходит шестая. Ну ладно, ты знаешь и так. Да. А то вдвоем можно будет? Они предусмотрят это?
Ну, конечно, GTA там, наверное, будет, и GTA Online, наверное, будет 6. Я не знаю. Нет, я имею в виду не онлайн, а сюжетный, вместе, как эту, проходим сюжетную, чтобы с GTA 6 вместе проходить. А, я не знаю. Я это очень рассчитываю. Мог бы сказать нам одеться попроще. Да. Если это будет так, то это обязательно с тобой сыграем. А, опа-на! Да. Ну, если я понял. Так, окей. Так. А если 3 персонажа там будет, как в пятом? О, блин. Вообще будет круто. Не смотри вниз. Справлюсь. Расслабься. Балансировать. Почувствуй силу. Да-да. Так. I feel darkness. Ты как? Я в норме. Хватит орать. Тебе помочь? Нет. Успокойся уже. Да ладно, она может это самое. Это самый просто комментарий, как бы это. В том, что. Не, в том, что если вдвоем играем, просто интереснее, в том, что. Намного интереснее. Не, в том, что. Да ёб твою! Да ёб! Учиться и учиться еще. Да ты это самое. Да ты издеваешься. Да я проходил в одиночку, все было нормально. Ты световой меч свой забыл. Да я в растерял уверенность. Серьезно, я в одиночку играл, все было в порядке. Балансировать. АД. Закрой глаза. Да. И увидишь ты. Сюрприз. Что придумал? Да ё-моё, что придумал, Энди? Та-та-та-та-та-та-та-та. Ладно. Да. Patience. Да-да, терпение. Да-да-да. Терпение. Ай, погнали. Control your mind and close your eyes and you feel balance. Ай. Балансировать. Да, серьезно, в четвертый раз. Да ёпа твою! Чего? Ужас. Блин, я чё, застрял? Получается, я в текстурке застрял ногами! И пошли? Чё делать? Продолжить. Это продолжить. 4, 3, 2, 1... Серьезно, я в текстурке застрял. Вот и я ногами в текстурку застрял. Ты можешь спуститься? Может, сюда? Да, конечно. Серьезно, я в текстурке застрял. Ногами. Я бегу. Да ты мог спрыгнуть. А, ты не мог спрыгнуть. Ну, вообще-то мог, но... Ладно. О, я вижу, как ты... Какаешь. Кочешь. Так, иди сюда, детка. Да посмотри! Как я ниже тебя, насколько! Зато застряла. Давай, Да я не могу даже это сам ничего сделать-то. Ну ты же ходишь. Нет, я стою на месте. Нет, ты ходишь. Нет, я стою на месте. Ты по кругу ходишь. Нет, я стою на месте. Родион? Нет смысла тут стоять. Да я серьезно, я застрял в текстурке. Я не могу сейчас двигаться. Сейчас ты двигаешься. Нет! Короче, иди ладно. За мной. А как можно... Подожди, выбрать... да, как можно по коллекции персонажа настройки вернуться в главное меню? Окей, давай я в... Рауль, я серьезно тебе говорю. Ты по кругу, ты как только пытаешься... Нет! Я это самое, я... Это самое, у меня, короче, по колено, ну почти что по колено это самое, я был в этом самом.
А надеюсь, продолжить будет, а эта игра сохраняется? Наверное. Так.